Всем доброго времени суток. С вами канал «Разносторонние интересы». Вот я в лесу собираю грибы. Это уже, как сказать, вторая часть. Первая часть будет в описании. Ссылку я выложу. Как я и говорил, перешел я здесь низину болота. Вот. И вышел уже на высокие места здесь вот. Там вот росли боровички у нас на бугру большом. И вот здесь раньше не было в этих местах грибов. Ну вот я шел, засмотрелся вот на эти салатовые такие. Не знаю, что за такие, наверное, поганки что ли. А потом вот так иду, глядь, где-то здесь вот уже и не видно. Короче, заметил я, боровички росли. А, вот, не, это... А, вот они. Этого бляха засмотрелся. Посмотрите, какие красавцы. Уже на улице у нас стемнеть начало. Так как уже 6 час вечера, 7 даже. Ну, свое мы все равно найдем. Шел, как сказать, транзитом мимо, а нашел красивые такие вот 2 боровичка. Грибы я никогда не срезаю. Только выкручиваем. Можно сказать, с корнем рвем. 2 красавца боровичка нашли. Еще 1 обрезал. Так. Хотя моей целью сегодня было сходить это мухоморов насобирать. В первой серии. В начале видео я рассказал, для чего я шел мухоморы собирать. Ну, конечно, боровички тоже не пропустим. И боровички, и мухоморы. Вот сторонки я заметил где-то тут только что. Когда присядешь, то видно. А вон мухоморы, и вот мухомор. Мимо таких не пройдем. Красивые. Свежие, красивые мухоморы. Ну, раз тут уже и боровики, надо смотреть по сторонам. Может, еще где будут. Зайдем в основное место, где они встречались в том году. Может, там и больше будет. Ну, там людей много ходит. Да, сейчас в таком месте, где люди мало проходят, потому что болото вокруг, да кусты. Так особо сюда никто не идет. Ну вот. Здесь вот мы нашли 2 штуки. Дом. Дальше. Может, еще здесь что встретим. О, красавец мухоморчик попался. Не знаю, видно в кадре, не видно. Закрепил я фотоаппарат на кепку, на козырок, чтобы удобно снимать было. Ну и вместе и собирать. Да, я снимал, чтобы вам показать. Такой вот красавчик мухоморчик. Ножки я не беру, беру вверх только. Так, пойдем дальше. Вот здесь, на бугру этом, перепады такие у нас. Здесь боровички произрастали. А на старых местах надо искать. Так, смотрим внимательно вокруг. Видать, кто-то ходил по порезанные ножки с грибов. Ну, нам не оставили. Пойдем дальше, значит.
солнце уже у нас там на горизонте. За лесом садится. Ну, думаю, время еще есть походить, погулять. Уже не без результата. Вот в 20-литровом ведре столько мухомора на дне у нас. Надо мне его 3 литра, баночка. И 5 боровичков. Пойдем седой. Сегодня, конечно, интересней, чем я был в предыдущий раз. Тогда даже мухомора почти не было. Нашел я тогда одного боровика и одного сухого мухомора еще. А сегодня вот и то, и другое попадается. Зайдем сейчас там мне в уголку, где я в том году высаживал белые грибы, глянем. Думаю, до темноты успею так пару серий снять по полчаса. Снимаю я как получается, не это, не профессионал, монтировать видео не умею, также и снимать-то не на что толком, на это, на старый фотик снимаю, ну, хорошо, что хоть этот есть, польский гриб, такой вот. Красивый, конечно, за дыром. Здесь вот я в этом месте в том году высаживал спор грибов белых. Вернее, этих вот, что черноголовые, темные. Сейчас глянем. А вдруг сработало. Ну, если не сработало в этом году, то может в следующем будет или потом, когда грибница разовьется. Ну, здесь, конечно, место такое не очень. Да и не видно. Наверное, надо будет пару год подождать, покуда поразбивается все. Потом уже искать. Пойдем дальше. Туда, где было что-то. Много леса пропало. Сосновый пилильщик заселил, все это видно. Сосны сухие везде стоят. Ну, чтоб меньше вредителей в лесу было, надо разрешать людям забирать старые павшие деревья или сухостой тот самый на дрова самостоятельно. А так как нас в Беларуси это не практикует, да, думаю, и в бывшем СССР тоже, то получается на этих вот старых павших деревьях разводятся разные
у родителей. Вот елочка. Редкость в наших лесах. В основном это сосна, дуб, береза. Перешли мы уже все низины, долины. Вышли к пасеке. Пасека эта с холодных ульев. Она тут стоит, сколько я и помню себе. Уже, наверное, годов будет под 50. Ульи эти тут стоят. Еще когда раньше приходили, малый был, то тут постоянно эти ульи так и стояли. Еще, значит, может и больше даже. Так, будем мухоморы собирать только. Красивые. Закрывшись. Ладно. Немного пройдем тихо, похуда. Не это. Не найдем что-нибудь интересное. Вот. Такие вот тут. Пасека, улья холодные, старенькие. Там прошли мы один. Вот в улья, и вон, и вон. Кто смотрит мои видео, то уже эти улья не раз видели. И не раз я про них говорю. Пробежал все места, где грибов нету. И здесь потихоньку пойдем. Следы от мотоцикла. Так.
что-то в этом углу у нас совсем ничего не видно. Во. Первый попавшийся только мухоморчик еще. Нормальный. Видно, срезали грибков тут немного. А ты думаешь, что нигде ничего не встречается. Походу уже тут прошли с днем. Порезали все. Ну и сейчас глянем тут. Уже конец вот получается. Там дальше кусты прошли. Непролазные толком. Туда не пойдем. Этот вот уголочек глянем еще. Я пойду назад. О, не зря сюда пошел. В том году тут росли боровички, даже, может, позатом большие такие шляпки были. В том это я брал. Да, в том году. Так старые были, ну, крепкие. И вот я их те грибы пустил на семена. Споры с них излег и посеял. Вот второй грибок. Вот в этом уголку наши ожидания оправдались. Два боровичка. Одного вырвал. Вот его второй. Сейчас еще по сторонам посмотрим. Может, еще где будет. Так-то не видно особо. Уже немного стемнело, солнце присело. Видать, дней сколько? 4-5 назад уже тут собирали рыбки. Сейчас вот ночью пошли холодные более-менее, то думаю, червя хотя не будет в рыбах. То, что когда тепло, так они с червями. Вот еще не видать больше ничего. Всего лишь два. Ну, сколько нашли в итоге? Там 3, 4, 5, 6, 7 и один
желтые уже снизу. 8 нашли боровиков польского. Грузия забрал. Ну, и этих мухоморов насобирали так неплохо. Уже буду возвращаться назад, уже не буду снимать, так как и на улице темнее, и качество съемки будет уже не очень. Так что на этих вот грибках будем и заканчивать. Сейчас я их почищу. Думаю, если не заморозит нас, то еще сходим в лес. Сегодня у нас 9 октября 2018 года. Нахожусь я на юге Беларуси, в Припятско-Полесье. У нас вот буквально недельку как начали расти грибы. Но я не ходил, не было когда времени. Вот такой вот красивый боровичок маленький. Один. И вот второй. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи. До свидания.